Продолжаем подпитываться информацией мая 2018 и давайте разберемся, что такое склеивание вершин. Так, нажимаем файл, пардонте, так, заходим в Крит, находим полигоны, примитивы, находим куб. Все это дело вот так вот подгружается, жмем Scale, прибавляем его в размере, чтобы было видно. Теперь Alt, левая кнопка мыши, крутим, вертим, ставим по оси X. Теперь сетку можно отключить, вот именно вот в этой панели, вот здесь она находится, Great. Так, теперь заходим в MultiCut через зажатый Ctrl, добавляем два лупа, переключаемся на курсор, отключаем MultiCut, правая кнопка мыши, переключаемся на полигоны, это фейсы. И левая кнопка мыши, выделяем вот эти вот так вот полигоны и на клавиатуре жмем Delete. Вот это сейчас один объект. Чтобы объединять, это нужен именно один объект, не поделенные. И первый способ, как это все сделать, правая кнопка мыши, это нажимаем вертексы и вершины, выделяем левой кнопкой мыши зажатые вот так вот вершины, вот эти, которые разъединены. И теперь нажимаем Shift, правая кнопка мыши, и находим Merge Vertex, и Merge Vertex вот это находим, можно на кубик, на квадратик нажать. Здесь вверху ставим единицу, жмем Enter, Merge, и смотрим, вот вы видите, что все склеилось, все объединилось. Так, второй способ, как это все объединяется. Нажимаем правой кнопкой мыши опять же вертексы, опять же выделяем вот эти разъединенные части и жмем. Так, здесь у нас должен быть Mesh Complete Extrude Bridge. Вот нажимаем, Bridge все это дело объединил. Тут дивизии можно вот добавлять, больше этих лупов. Можно уменьшать. Вот такая штука. Так, теперь жмем Ctrl-Z. Еще один способ сшивания точек. Это Target Weld. Вот это. Мы просто включаем Target Weld. Вот так можно поставить, виднее будет. И вот так вот от вершины к вершине тянем все это дело. Вот так все это дело тут сшивается. Вот такая вот прикольная штука. Теперь Ctrl-Z, Ctrl-Z. Ну и еще один способ. Рассмотрим, как все это дело сшивается. Это будем Scale. Так, здесь симметрию ставим по оси X. Включаем Scale. И все это дело так, Ctrl-Z. На выбрать все вершины, опять же забыл, выделяем все вершины, ставим Scale и по оси X почему-то все это дело так, значит вот это вот, вот этим инструментом можно все это дело сшить вот таким вот образом. Бумс. Вот теперь нужно сделать один объект, допустим, да? Можем зайти в Mesh и найти комбайн. Не получается, нужно выйти в Object Mode. Выбрать, допустим, весь объект. И теперь попробуем еще раз. Так, комбайн. Сепарейт. Вот если вы нажимаете сепарейт, у вас вот разделяется именно. Теперь у нас два разных объекта. Вот эти. Вот эту часть. Теперь нужно их объединить. Заходим. Немножко стал у меня
подгонять майка. Так, теперь правая кнопка мыши Object Mode. Заходим теперь через Shift, выделяем два объекта, зажатые левой кнопкой мыши, и попробуем Shift, правая кнопка мыши, найти комбайн. Нажимаем комбайн. Ну вот теперь у нас один объект. Вот такая штука. Теперь если мы возьмем, допустим, что у нас тут симметрия, симметрия, и попробуем все это дело растянуть, вы видите, что это один объект. Объединяются точки только если два объекта именно целые. Ну, это цельный объект. Допустим, если мы сейчас нажмем Shift, правая кнопка мыши, и нажмем Separate, все это дело теперь попробуем развести и попробуем теперь соединить тем же способом. Допустим, правая кнопка мыши, вертексы выбираем и выберем вот так вот. Вы видите, что выбирается только на одной стороне, и вторую сторону мы соединить не можем. Только единственное, что перетягиванием. Выбираем, допустим, Quad Drive. И вот вы видите, что можем двигать вершины. Target Weld. Вы видите, что не работает. Вот такая штукенция. Ну и попробуем теперь еще раз все это дело объединить. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Теперь правая кнопка мыши Object Mode и Shift. Так, комбайн сейчас не сработает, выбрана только одна часть. Shift зажимаем, выбираем щелчком левой кнопкой мыши вторую часть. Shift зажатый, правая кнопка мыши, находим комбайн. Все, вот теперь у нас это опять один объект. Вот такая штука. Все, всем пока, до свидания.